Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, это новый выпуск по Castle Crush. И вчера я вас просил поставить больше количества лайков, чем у меня гемов. Я закину еще и буду открывать мифические сундуки. Ну, естественно, невозможно 20 тысяч лайков набрать. Все ленивые, всем лень, хотя просмотры набрались. Поэтому, ребят, давайте на этом ролике много лайков. Подписывайтесь на канал. Ну и следующий выпуск будет как можно больше гемов, естественно. Кстати, уже у меня 2400 кубков. Я под прошлый ролик... нырнул в комментарии, почитал, что вы пишете, я выбил вчера, кстати, кто не смотрел ролик вчера, я открывал легендарный сундук, там мне выпала вампирша, вот, посмотри этот ролик, то мне написали, что я изначально сказал, что вампир шакал, мне сказали, ты чё, вампирша имба, и абсолютно все так сказали, и, ребят, реально, она имба, она очень крутая, то есть у нее убавляется здоровье, пока она не дамажит. А так она вообще реально крутая, и я взял уже 2400 кубков, то есть я уже продвигаюсь на 3000. В общем, ребят, ставьте лайки, чтобы я быстрее туда дошел. А теперь погнали открывать сундуки. Значит, я решил все-таки открывать магические. Просто я так подумал, если я открою мифические, это будет всего лишь 5 сундуков, и все, и на этом как бы выпуск закончится. А магических я открою целых 30 штук. Плюс у нас сейчас бонус длится до пятницы. Я не знаю, возможно, этот ролик выйдет как раз в пятницу. Вот, x2 на магические сундуки. Поэтому, ну, на выпадение леги. x2 это на удвоенный шанс, чтобы выпала лего. Просто я не так выразился. Ну что, я готов, ребят. 700 гемов на магический сундук. В принципе, можно начинать. Я надеюсь, что лего мне выпадет. Поехали. Итак, первый сундук. Эпическая карта. 3 мага. Отлично. Магом я пользуюсь. Гномом нет. И каменная статуя. Поехали дальше. Так, рарка катапульта, голем и шут. 3 штуки, окей. Так, следующий сундук. Я надеюсь, мне лего вообще выпадет. Инферно, я ей пользуюсь, големом нет. И жнец не пользуюсь. Так. Обезьяна-пират. Кстати, нормальная карта обезьяна-пират. Надо будет прокачать, поиграть с ней. Инферно я пользуюсь. И новая эпическая карта, ритуал малый. Наконец-то, ура, мне эта карта очень нужна. Круто. Этой картой я буду пользоваться. Ну что ж, едем дальше. Так, укрепление. Пользовался, сейчас убрал. Демон, наконец-то демон у меня не первого уровня будет. И инферно. Блин, круто, инферно скоро будет... какой там, пятый... Не, шестой уровень. Следующий... легендарочка, ребята! Отлично, скриншот. Так, легендарочка. Давайте сейчас стрелы. Дальше, дополнительный кристалл. Окей. Итак, лего, 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 пожалуйста, феникс или дракон, феникс или дракон, пожалуйста, шаман. Ну ничего, шаман так потихоньку, уже 2 из 4, скоро на 3 уровень пойдет, нормально. Следующий сундук. Так, новая эпическая карта, ангел, вау. Кстати, ангел крутая карта, не знаю, может с дриадой что-то там помудрить, ну в общем, не знаю, посмотрим. Колоду потом придумаю, обезьяна и метеор. Метеором еще не пользуюсь, но скоро надо брать в колоду. Скоро буду менять дек, кстати. Следующая карта, гном, дальше молния и ритуал маны. Отлично, ритуал маны обязательно прокачаем и буду пользоваться. Следующий сундук, джин, бомба и пират. Пиратом пользуюсь. Еще одна лего, блин, круто. Это вторая лего, вот зачем мне открывать мифические, когда с магических нормально сыпется? Ребят, все, я мифические, наверное, не буду в следующий раз открывать. Намного выгоднее открывать магические, и смотрите, ну, конечно, сейчас просто акция такая идет, удвоенный шанс, но все же. Итак, новая лего, феникс, скриншот, блин, не успел скриншот, ладно, феникс. Я не знаю, ребят, он крутой или нет, но я знаю точно, что когда он умирает, у него остается яйцо, и с яйца еще один феникс вылазит. Не знаю, насколько он крутой, но мне понравилось. Едем дальше. Так. Обезьяна-пират, катапульта и ангел. Круто, круто вообще, блин, сколько новых карт. Стрелы. Дриада, отлично, дриаду на 7 уровень, еще ритуал маны. Ну, на 7 уровень собираю. Так. Каменная статуя, тройки и ангел. Ну, ангел, блин, на самом деле слишком много мне падает. Не хочу... Хочу этого... мага прокачать. О, вот эту карту, грязевой элементаль, я буду использовать. Очень крутая, я знаю классную колоду с ней. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я записал ролик про эту колоду. Так, едем дальше. Я надеюсь, что еще одну легу выбью. Так, тут так себе сундук. Следующий. Метеорит. Орда скелетов, еще один ангел.
Так, осталось 11 тысяч гемов, ровно половину мы потратили. Ну, слушайте, еще должна Лего выпасть. Отлично, пират вот-вот уже будет... какого, 7 или 6 уровня? Так, дополнительный кристалл, ритуал маны и обезьяна-пират. Следующий сундук, поехали, бомба. Осадная баллиста и король скелетов, найс. Король скелета у меня 2 уровень, скоро будет 3. Я им пользуюсь, крутая карта. Так, голем, дальше ритуал маны и орк-воин. Ну, орком не пользуюсь. Ну, пригодится. Обезьяна-пират. О, отлично, король скелета на 3 уровень. Найс, найс. Следующий сундук. Новая обычная карта, гигантский рост. Вот эта карта очень освобожденному демону подходит и грязовому элементалю. Если так можно сказать. В общем, ну вы поняли, да? И новая эпическая карта, метаморф, ура, ура, метаморф, блин, сколько с ним связок можно делать, не знаю, кто-то говорит, что так себе, а мне метаморф нравится, вот гигантский рост и метаморф вместе с картой грязовой элементаль очень хорошо комбинируются, скоро покажу колоду, как и обещал. Дальше едем, дайте мне еще одну легу, о, как раз вот этот элементаль выпал и ритуал маны, ой, чуть не открыл случайно мифический сундук. Итак, дальше катапульта, гигантский рост и шут. Хорошо. Так, воскрешение, не пользуюсь, молния, не пользуюсь, окей. Так, орда скелетов, метаморф, отлично, и молнией не пользуюсь. Так, осталось совсем чуть-чуть, ребятки. Так, гигантский рост, метеор и ангел. Ну дайте еще одну легу, ну пожалуйста. Конечно, наглый, уже 2 леги выбил, еще одну прошу, но все-таки. Гигантский рост, надо прокачивать. Обязательно надо прокачивать. Едем дальше. Так, порыв ветра, орда скелетов и король скелетов. Найс. Ну что, осталось совсем чуть-чуть. Я не знаю, сколько мы сундуков уже открыли. Yes, 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 лего, лего, лего. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Гигантский рост. Черный рыцарь. Баллиста и лего. Так, дракон, хочу дракона, дракона хочу. Новая, новая, да, да, дракон. Скриншот, блин, да что я не успеваю скриншот делать. Дракошка, отлично, мы выбили феникса, мы выбили дракона, блин, это просто кайф. Вообще, я не знаю. Ребят, кто уже имеет такие леги или кто их встречал, пожалуйста, напишите в комментах. Возможно, она не крутая, я так радуюсь этому. Ну просто, блин. Так, знаете, стоит дорого, думаю, ну, значит, мощная, хотя, ну, могу ошибаться, я же неопытный в этой игре еще, поэтому напишите в комментах. Ритуал ман, я, конечно, буду его сам тестить, но не в этом ролике. Так, ну что, осталось 2 сундука. 2 сундука осталось, обезьяна-пират, ритуал маны и грязевой элементаль. Все, последний сундук, да, блин, чуть не тот. Итак. Я не могу, с последнего сундука лего 5 легендарок за выпуск, вы представляете? Просто бомба, ребята, этот выпуск вы должны до конца досмотреть. Это реально, кто досмотрел до этого момента, поставьте лайк, напишите в комментах. 5 лег, да? Или 4? Стоп. Блин, ладно, неважно. Много легендарок, много. Не, походу 4. Что-то я неправильно посчитал. Так, ну, давай, давай новую. Дракон на 2 уровень. Да, блин, класс, кайф. Ну я не знаю, возможно он не такой крутой. Давайте подытожим. Я выбил 6 новых карт. Это ритуал маны, это ангел, метаморф, это легендарка феникс, это легендарка дракон. Также я выбил... что я еще выбил? Вот этот гигантский рост. Какую-то еще я карту выбил, не помню. В общем... Неважно, давайте что-то прокачаем. Давайте попробуем мне 9 уровень прокачать. Так, естественно, давайте прокачаем дракошку. Блин, я все это буду использовать. Я, правда, не знаю, с чем. Блин, дракона сразу на 2 уровень. Да ты просто кайф вообще. Пух, отлично. Обязательно, конечно, прокачаю скелета. Давайте прокачаем темного рыцаря. Давайте вот этого прокачаем. Вот, это, вот эту грязь. Она очень крутая. Так, я хочу 9 уровень. Но, походу, не получится. Золота у меня много. Но не так много, как хотелось бы. Блин, почти 7-й левел. Жаль, жаль. Так, давайте палача прокачаем.
Так, с моей колоды что я могу прокачать? Демона? Хотя мне надо демона менять уже. Мне кажется, он в эту колоду, ну, так себе заходит. Так, молнию не прокачиваю, потому что, не знаю, мне кажется, бесполезная карта. Хотя, не, я ошибаюсь. Молния нормальная, я видел, ее используют. Джин, наверное, бесполезная карта. Так, давайте вот эту карту прокачаем. Посмотрим, что у нас получится. Так, на сколько уровней я могу прокачать? Естественно, жаль, вот единственный минус в этой игре, ребят, что нету вкладок колод, что я не могу еще какую-то колоду составить. Это огромный минус разработчикам обращения, ребят. Я очень хочу, чтобы добавили вкладки, как... Я идиот. Я реально идиот. Вкладки есть. Пардон. Ребят, ну вы меня должны простить. Я новенький в игре. Я новенький. Я не знаю. Я не знал, что есть вкладки. Ой. Ладно. Давайте продолжать. Прокачаем. Прокачаем. Где, где, где? Ага, вот. Почти... Нет, подожди. Какую я карту прокачивал? Ага, вот. 7-й уровень уже, гигантский рост. Отлично. Так. Ну и все. Остальное я не вижу смысла прокачивать. Ну вот, можно метаморфа апнуть. На третий левел. А, вот. Ритуал маны. Во, вот что надо прокачать. Ритуал маны. Давайте прокачаем. И возьмем место стрел. Вот, место стрел. Вот так вот. Такая вот колода у меня. Но я буду, естественно, тестить новые карты. Скоро вам покажу еще несколько колод. В общем, ребят, много еще будет чего интересного. Вы обязательно подписывайтесь, обязательно включайте колокольчик, ставьте лайк, ну и ждите новые выпуски. Если вам этот ролик понравился, напишите в комментах, что вы, во-первых, досмотрели его до конца, ну и, во-вторых, что я не зря старался для вас. Все, ребятки, желаю вам всем удачи, хорошего настроения и везения. До новых встреч. Всем, ребятки, пока.